Всем привет! Меня зовут Мария Чешуинова, я тренер тренажерного зала Gold Fitness Hampton, и сегодня мы с вами узнаем, что же все-таки съесть нам после тренировки. Первое, на что нужно обратить внимание, это на общую суточную калорийность вашего рациона. В любом случае, если вы худеете или набираете мышечную массу, вы должны подсчитывать свои калории. Это первое правило. В зависимости от рода деятельности, каждый человек тратит свои калории в день. Кто-то сидит, кто-то бегает, кто-то активно работает, кто-то пассивно. Соответственно, это уже подсчитывается индивидуально. В интернете очень много таблиц калорийности. Мы их открываем, смотрим род деятельности и высчитываем под себя. Исходя из этого, уже вы должны знать, сколько калорий в сутки вам можно съесть. Чтобы похудеть, соответственно, вы должны тратить больше, чем съедаете. И либо, если набрать, то, соответственно, вы должны тратить калорий меньше, чем вы съедаете. Здесь все просто. Во время занятий спортом, в первую очередь, у вас расходуется глюкоза и затем гликоген. Соответственно, после тренировки нужно восстановить именно уровень глюкозы в крови. Для этого нужно перекусить в течение 10-15 минут. Если вы худеете, для этого подойдет лучше всего грейпфрут, киви, возможно, какое-то зеленое яблоко. Но при этом вы должны помнить, что вы должны сосчитать калорийность. Этот грейпфрут, яблоко и киви должны обязательно входить в эту суточную калорийность. И для набора мышечной массы можно уже взять более калорийные вещи. Это как банан, груша, там уже больше сахара. Ну, кстати говоря, и худеющим я тоже могу порекомендовать банан, потому что если его тоже сосчитать в суточную калорийность, в принципе, он подходит нам. Соответственно, если вы худеете, то после такого перекуса, возможно, на 2 часа воздержаться от приема пищи и перекусить чуть позднее, у вас будет расходоваться жировая ткань. А если вы набираете мышечную массу, хотите нарастить какие-то аппетитные формы, ягодицы, например, девчонки часто любят у нас тренировать, то вы, соответственно, должны организовать себе прием пищи примерно через час уже обязательно, в который будет входить достаточное количество белка и сложных углеводов. И самая главная у нас проблема в том, что девчонки чаще всего делают грубую ошибку после тренировки, отказываются вообще от приема пищи в надежде быстрее избавиться от лишних килограммов и этим самым замедляют себе обмен веществ. То есть, отказываясь от этого маленького перекуса в виде там яблочка после тренировки, вы просто замедляете себе обменные процессы и, соответственно, легче всего будете толстеть после этого. То есть нам нужно именно разогнать обмен веществ. И для этого нужно, чтобы в организм легко поступали те вещи, которые организм требует. Поэтому, девчонки, не отказывайтесь от приема пищи. В раздевалку с собой несите яблочки, киви, бананы, груши. Это можно, это приятная награда за тренировку, поэтому обязательно перекусывайте. И дальше уже соблюдайте диету. Калорийность должна быть сосчитана, я еще раз повторю в очередной раз. Это очень важно, сосчитать калорийность суточно. Есть много приложений в интернете, сейчас скачиваем, задаем себе свой калораж на сутки и питаемся правильно. Ну, рассмотрим пример. Например, чаще всего люди тренируются после работы, это в районе 6 вечера, очень неплохое время для тренировки. Вот мы потренировались, неважно, кардио это было или силовая, в раздевалке перекусили фруктом. Дальше мы приезжаем домой, это в районе 8 вечера уже, и вот тут возникает вопрос, что же все-таки съесть. Тут и не потолстеть главное, не набрать жировой ткани. И тут, конечно же, нам приходит на помощь свежие листья салата, морепродукты, белковая пища. Это могут быть и кальмары, и рыба. Рыбу желательно раз в неделю обязательно всем девушкам кушать, потому что это поддерживает гормональный фон. Это омега, жирные кислоты, очень полезный продукт. Курица. В общем, любое мясо, но не жарить. Главное не жарить. Только на пару, мультиварка, запекать, гриль, все что угодно. И вот с листьями салата. Это у вас... Причем мясо где-то 150 грамм, 150, ну, 200, не больше, в зависимости от вашего обмена веществ и калорийности, которая у вас осталась на вечер. И перед сном уже обязательно тоже нужно кушать перед сном. Девчонки, это большая ошибка, когда вы отказываетесь от еды на ночь. Организм голодает очень долго. Вы спите от 6 до 9 часов, это очень большой промежуток времени без еды. Организм запоминает голод, соответственно, вы лучше откладываете жировую ткань. Поэтому перед сном самое хорошее, что вы можете съесть, это творог.
Творог берите, творог настоящий, хороший от фермера творог. 9% от 9 там, до 15% жирности. Сосчитайте это в свою калорийность, пусть у вас будет перед сном жирный творог. И возникает вопрос, что же делать, если я сластена? Очень люблю конфеты, шоколадки, а перед сном посидеть с друзьями, там выпить чашечку чая, хочется, конечно же, с конфеткой. Ответ простой. Ничего. Придется потерпеть. Вечером сладкое категорически нельзя. Если вы хотите хорошо выглядеть, во второй половине дня нужно отказаться от углеводов, сладкого, булок. Все, где есть сахар, обязательно убираем. Все углеводы, все сладкое вы должны себе включать в завтрак. В завтрак в первую половину дня, но с учетом того, что вы это сосчитаете в суточную калорийность, оно будет туда входить. И до 12 часов. После прям табу на сладкое, никакого сладкого нельзя. Тренер запретил. И тут вы меня спросите, а как же Новый год? В 12 часов начинают только садятся есть ночи, дни рождения, встречи с друзьями, вечеринки. Тут есть такое правило, если вы держите строго диету всю неделю, 7 дней в неделю, то есть вы должны держать питание вот по рассчитанной системе, то раз в неделю вам полагается заслуженный читмил. Это читмил, что это такое? Это когда вы садитесь и за один прием пищи позволяете себе все, что вы хотели. Хотелось вот булочку, вот, пожалуйста, в этот день, это пусть будет вечер, утро, день, без разницы. То есть чаще всего это выпадает на праздники. Это, ну, в основном, да, раз в неделю, это вы в субботу собираетесь с друзьями вечером, вы можете себе позволить все, что хотите. Это только для тех, кто соблюдает диету на неделе. Такой подарок, бонус. Еще один момент, для тех, кто худеет, вам нужно обязательно соблюдать водный баланс. В сутки не меньше 2 литров воды. Причем стараться выпивать большую часть воды в первой половине дня, не на ночь. То есть вы проснулись перед завтраком, 2 стакана воды. Тяжело будет первое время пить воду по утрам и, соответственно, менять вообще весь образ жизни. Завтрак у вас появится, овсянка, углеводы какие-то. Чаще всего люди не хотят завтракать, потому что в основном нажираются на ночь, конечно. Поэтому первое время будет некомфортно, привыкните. Первые неделю, возможно, будет тяжело, но со временем вам будет легко пить воду с утра, правильно завтракать, и перед сном не будет так хотеться сладкого. Ко всему человек у нас привыкает. Все, что вы делаете 21 день, входит в привычку. Сегодня мы с вами рассмотрели питание после тренировки. Более конкретно каждый случай индивидуально рассматривайте с тренером. Подходите к тренеру, не стесняйтесь, спрашивайте. Тренер распишет вам и питание, и программу тренировок. Самостоятельно это очень сложно сделать, поэтому поначалу обязательно консультируйтесь со специалистом. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях и ждем вас в нашем тренажерном зале.